Ребята, всем привет! Сейчас покажу, как с помощью специальной новой функции под названием HotKnot, экранчик на экранчик наложенный, с помощью двух таких помощников, два телефона близнеца. Это Blackview BV5000. Это мой, а это предоставил Вася с канала Василий Голенищев, за что ему огромное спасибо, ссылочка будет в описании. Чем примечательна эта функция? Когда у вас большой файлик на телефоне и вы хотите передать его вашим друзьям, тогда возникает вопрос, а как же это сделать быстро, при этом не имея никаких программ? По Bluetooth большой файл, ну вы понимаете, что это такое. По Wi-Fi, да, можно это делать, и как раз эта функция и использует Wi-Fi, но она помогает быстро найти соседний телефон. Чтобы упростить, подносят экран к экрану. Давайте продемонстрирую, как это все работает. Изначально мы должны включить эту функцию и здесь, и здесь. Видно, что они светятся, обе работают. Теперь необходимо выбрать в файлик, который вам необходим. Так, нам нужен программа диспетчер, и мы выбираем самый большой файлик. Он весит 203 мегабайта. Зажимаем. У вас это может отличаться. Передать. И предлагает разные способы передачи. Обратите внимание, что один из них это как раз и есть HotKnot Share. То есть поделиться. Теперь нам предупреждение, что на приемном устройстве должна быть включена функция HotKnot, а экран разблокирован. У нас сейчас все это сделано. Что мы делаем? Мы подносим одно устройство к другому. Сначала первый раз завибрировало, это подключилось, а второй раз вибрация, это как раз и пошла передача данных. Видим, что файлик пошел, мы даже теперь можем выключать экран, и как раз и используется Wi-Fi. У меня сейчас появилась в статусе вот такая информация. Один файлик передается, ну и как видите, отличается. По Bluetooth это было бы гораздо дольше. Пишется, что передается по Wi-Fi. Очень удобно, очень практично и очень быстро. Это вам не Bluetooth. Разработчик это не производитель, а именно разработчик, компания MTK, которая запатентовала вот эту всю и разработала всю. Поэтому она на свои процессоры вшивает, встраивает, и вот на Дуге, на Blackview и на других аппаратах есть. Если эта функция приживется, то, конечно, будет очень удобно использовать. Осталось несколько десятков секунд, и файлик передастся. Теперь можно даже на большое расстояние отодвигать, вам уже не нужно держать их вместе, потому что от этого зависит Wi-Fi, а Wi-Fi, мы знаем, работает на большом расстоянии друг от друга. Все, на этом обучающее видео, как пользоваться или вообще как работает, чтобы вы знали, видеообзор закончен. Спасибо, что вы оставались с нами, подписывайтесь на наш канал. А если вам интересен, что это за телефончик Blackview, вы первый раз слышите, ну что это за название, тогда смотрите этот обзор. Пока. Добро пожаловать на нашу новую ежемесячную программу.